Рыбки дорогие, здравствуйте, дошла и до вас очередь. Прошу прощения сразу за голос, охрипший, я приболела. Вот, но я все равно с вами. И мы с вами сейчас делаем наш традиционный еженедельный прогноз. Итак, что ждет людей под знаком зодиака рыбы с 14 по 20 декабря? Сейчас водолеям такие хорошие карты вытянула. Давайте вот и вам сейчас прекрасные вытянем. И я пойду с чистой совестью выздоравливать. Так, рыбки. О, все. Я так радуюсь. Ой, простите, я так радуюсь всегда, когда хорошие карты выпадают. Я прям очень хотела вытянуть хорошие. Так, поехали. Значит, неделя будет очень благоприятной, очень деятельной. На ней могут быть события, которые повлияют на вашу жизнь, на ваше мировоззрение, на ваше там будущее. Во-первых, первая карта, которая дает нам основную характеристику этой недели в данном контексте, она говорит в совокупности, да, с этими картами, говорит о том, что неделя будет насыщенной, то есть она будет насыщена делами, событиями, эмоциями, взаимодействием с другими людьми. Это может касаться как работы, как личной жизни, совершенно неважно, какую из сфер затронет, может быть, все сферы затронет. Но самое главное, карта мага — это очень положительная карта. И о чем она нам говорит, да? Это, она находится на месте совета. Она говорит, что самое главное, что вы должны это делать. Вот просто неважно, как будет все проистекать, но вы должны делать, и вам эта карта сулит однозначный успех в ваших делах. Вот, то есть то, что вы себе запланируете на этой неделе, в любой сфере, неважно, вы достигнете результата, если будете делать. Не лежать и ждать. То есть вам нужно принять решение, у вас хватит энергии, у вас хватит знаний, у вас хватит авторитета, у вас хватит всего для того, чтобы просто прийти и взять. Кроме того, вы сможете подчинить себе других людей. Не очень любят многие люди это слово, да, но я его скажу. Вы можете, ну, как бы даже использовать какие-то манипуляции, ну, использовать управление людьми. Конечно, конечно, всегда карты Таро вам рекомендуют, если вы пользуетесь какими-то такими моментами, не вредить им. Но карта маг, она обычно и обозначает человека, у которого помыслы его чисты. Он не вредит, даже если он использует манипуляцию, он ее использует во благо всех живых существ, а не в эгоистических интересах. Все-таки это хорошая карта и хорошие намерения, поэтому я верю в то, что вы у меня такие. Вот, и но мы помним, да, что самое главное — это действие. И маг, он будет вокруг себя преображать все. Вот вы сможете все улучшать. И совет, да, так, ну, такой же. Если, допустим, вы на работе видите несовершенство системы какое-то, возьмите, измените это в лучшую сторону, чтобы это лучше работало. В семье вы знаете, как поправить там ваши отношения или там, я не знаю, даже элементарно мебель в доме какую-то, да, или ваше там какое-то там расписание ваше, как вот сделать его более эффективным, более там, чтобы вы больше времени могли вместе проводить, да, или как-то, ну, более удобно. Делайте это, преображайте, украшайте, улучшайте. У вас для этого сейчас все возможности. Финальная карта «Дурак», которая говорит о том, как в целом пройдет эта неделя. А в данном контексте, на этом месте, эта карта несет благоприятное положительное значение. Она говорит о том, что вам будет просто благоволить судьба, вам будут высшие силы помогать, вам будут помогать другие люди. Вы получите много знаков на тему того, как вам нужно действовать. И что самое главное, вы обретете состояние счастья, радости, беспечности, такого чувства, как с чувством выполненного долга, да, и с абсолютным полным чувством свободы вы двинетесь дальше. Вы будете испытывать кайф от того, насколько круто вы смогли, как это сказать, украсить этот мир, как круто вы смогли изменить, улучшить.
и вы кайфанете от этого, и остальные люди тоже кайфанут, и у вас это все завертится и даст вам большой импульс в дальнейшем вашем, как сказать, в дальнейшем вашем, ну, жизни, да, в, там, в отношениях со своим человеком любимым, если вы там будете трансформировать что-то, на работе с коллегами и также, да, там это более вас сплотит, ну, люди увидят, какой вы человек на самом деле крутой, классный, и то, что если вы работаете на наемной работе и вы сможете проявить себя, то начальник вас будет больше ценить, тем более конец года, сейчас там всякие 13-е зарплаты, премии, вы же понимаете, к чему как бы я веду, к чему я веду, да. Вот, ну и вообще конец года. Чем больше мы добрых дел сейчас сделаем, тем с лучшей кармой мы войдем в следующий год. Поэтому давайте, дерзайте, все у вас получится, очень все клево и классно. И встретимся через неделю на следующих наших прогнозах. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Пока!